Даша сегодня отправляется к подруге, и она собралась принять ванну и одеть чистое выглаженное платье. А Катя больше не хочет быть балериной, она хочет стать модельером. Фи, какое у мамы немодное платье. Сейчас я что-нибудь придумаю, чтобы к подруге она вошла самая-самая крутая. О-оу, по-моему, мама будет очень недовольна. А по-моему, очень даже довольна. Катя, ты что-то хотела спросить? О, это что, мое платье? Как я буду теперь его носить? Оно испорчено, Катя, это ты? Мам, не волнуйся, она стала модная-примодная. Одевай, подруга будет в шоке. Катя, подруга будет в шоке? Да тут все будут в шоке, кто меня увидит. Стыд какой, позор! Нужно срочно искать что-нибудь другое, что одеть на встречу с подругой. А ты, Катя, отправляешься в угол и отдай мне ножницы, и не смей брать без моего разрешения. Модельером она решила стать. Вот это решение. Ну, я как лучше хотела, мам, извини. Я просто полосочки, наверное, очень высоко разрезала, поэтому так некрасиво получилось. Не буду я модельера. Вообще в дворники пойду. Подметать умею. Катя, 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 а ты что плачешь, а? Помоги мне лучше шарик надуть, а то я никак не могу. Макс, да я испортила мамино платье. Хотела стать модельером и сделать ей самое крутое платье, но мне не получилось. Какой у тебя большой воздушный шарик. Он очень похож на платье. Какое платье? Я искала этот шарик, знаешь сколько? Он, знаешь, какой огромный. Не, испортить тебе не дам его я. Макс, пожалуйста, братик. Всем привет, друзья. И сегодня из вот этого огромного воздушного шарика мы сделаем наряд для нашей Даши. Ведь Катя ей платье испортила, а в гости в чем-то идти нужно.